все нормально. Так и должно быть, понятно. Лишь бы как на человек. Так и должно быть, так и задумано было. Чек, пиши респаун и сходи в мой ответ. Оу. Бронебойн. Слышь? Франц, ни хрена это не слышу, я. Я не тебе, я Жеке. Почему он бежит? Пиши респаун. Дискорд. Так. Эд. У них должен быть базик 3. Давай его подкат. Поехали, поехали дальше. Поехали дальше. У них должен быть базик 3. Едь дальше, короче. Вот сюда. Сюда едь. Лучше пьяного водила вы не видели. На том направо. Короче говоря, у них упреждение у британцев намного другое, чем у немцев. Короче, надо чуть-чуть вверх задирать. Так, вверх задирать. Едем вниз, потом через потом вниз, короче. Чтобы не палиться. Но на упреждение, короче, чуть выше надо брать. Куда ехать, не понял? Нет, снайки, ты... Через лес едь, чё ты? Куда ехать? Да лес. Пошли, поехали. Чё ты ссышь? Поехали. Чё ты, блин, на дороге? Я несу, я... Танк, блядь. Тайминги, блин. Всё по киберспорту, блин. Сейчас в дерево вмасать надо. Так, вытягивай из танка. Так. Бронебойный заряжай, кстати. Смотри, едем вот сюда. Вот сюда едем. И там, короче, пасешь железку. Когда поедем при на точку, глушим мотор. На угол собственно. Проедь так, что в леску. Проедь так, что в леску. Если пазика увидишь, не стреляй. Давай, давай, давай. Ну, быстрее. Вот в этот лес давай, вот в этот лес давай. Давай, давай, давай. Заезжай дальше, вот в этот лес заезжай перед тобой, да? Попалились, попалились, всё, опана, опана. Просрал ты тайминги, попалились. Там надо железки уже, типа, пазик третий на железке. На железке. Поехали сюда, поехали ниже, ниже, на юг поехали. Не останавливайся, едь на юг. Ну быстрее, чё так медленно? Передачу врубай, фу, съёмы. Знаки, едь быстрее. На, разворачиваться.
Куда разворачиваться? Ну-ка, сделай, как я говорю, едь на юг, разворачивайся. Она сейчас по мотору вычислят, Шерлок, давай. Выйдешь из леса, потом налево. И в другой лес. Давай в другой лес. Потом резко на юг. Иногда глуши моторы, когда разгонишься нормально. Глушим, как глушим. Едем дальше, едем дальше. Едем дальше в соседний лес. Опа, стоять, стой. 9 часов, 9. Поиграли. Доверни ты, блин. Корпус доверни, что ты делал? Не попал. Доверни корпус быстрее, пока передаря. Знаки. Я тру. Я тру. Пересаживает. Блин, братан, очень любезно, что ты это сказал, когда эти 300. Стреляй. Стрелок, вылези, короче, закидай носками. Не стрелок этот, который... А, всё. Офигеть. Хиляемся. Кинемся. Хиню. Нечего делать, Сурджи. Жаль. Хрен его, давайте там... Сейчас мы к тебе поедем чинить. Я, наверное, пытаюсь до вас добраться. Так? Или как? А, сокер, усаживайся, короче, на водилу. Пересаживайся на водилу. Так что, мне даст бежать? Соспанись где-нибудь, мы тебя по пути подобрать. Заряжай пока фугас. Парня подхёрт, конечно, был нереально. Снаки, давай, короче, без этого самоуправства. Говори, едь на юг, едь на юг. Я не знаю, как он настолько не взорвал. У него сейчас там нереально подхёрт, наверное. Он по правилам должен был взрывать. Чё? Арбор. Едем дальше, чего вы боитесь, ломать? Едь дальше, всё, танк взорвал. И только 2-2 нас не пробьёт. Я чтобы не перевернуться ехал. На западе МСП ходник есть, говорят. Сейчас едем, подбираем знаки, едем на запад. Как видишь. Я больше охренел, что мы столько танканули, еще чисто то, что мы бортом стояли. Ого. Имба, имба. Ага, конечно, имба, блядь, говна кусок. Блядь, ты знаешь, сколько мы танканули? 5 точно. Ну 3 в борт и 2 в лоб. Давай налево. Запад, запад, давай налево. Еще левее, еще, что, еще, еще. Где? Вижу. Давай, короче, в этот лес мы медленно. Не в лес не заезжаем, через дорогу работаем медленно. Я внутрь.
Да заряжай. Ну естественно. Бронебойный, конечно. Угаска бронебойный. Нет у них там книг. Вы там машину, скорее всего, хватили. Как угас? Давай, поехали. Спине, спине логист, спине. 6-6-6 логисты. Не доворачивай корпус. Уже не 6, 8. Стой, сука, стой! Логист, стой. Все, просрали логистов. Тут где-то. И едем в лес, заезжайте в лес, ищем. Куда ты едешь? Ты говоришь в лес ехать? Сзади в лес. Нет, нет, этот чувак, 6 сопли. Все простраивали тайминги, не найдем его там. Че там, стой, медленнее. Опа, наша машина. Да просрали мы их, слишком долго мы разворачивали. Нету их тут. Давай на запад едем, куда ехали изначально. Запад, но не на юг. Вот. Бля, тут не так просто, Джоли, блядь. Тебя на драйвер посади. Направо, еще наки возьми, но ты на юг едешь. Причем тут сложно? Сука, ты на юг едешь. Направо куда? На запад, на восток? Направо, куда? На 3 часа на запад. На восток? На 3 часа. Есть на 3 часа. На 3 часа есть. На 3 часа, вот. На 3 часа есть. Еще направо, братан, это 2. Так, стоять. Стой. Башню на 6 разверни, разверни эту пушку. Ответь немного, ответь 2 метра назад. Ответь 2 метра назад, ответь. Разверни пушку. На 8. На 8 разверни. Не размотай эту пушку вражескую. Вражескую пушку в спину. Что ты делаешь? Блин, по кратчайшему и дальнейшему пути. Май, гаси пушку. Бронебойные места. Тики там мы вроде выиграем, потом поехали. Поехали, full speed. Знаки, не тормози, пока не говорю, full speed. Но у меня не Феррари тут. Медленно едешь, но так он едет. Феррари у тебя из мира танков. Не-не-не. Вот это 20 миллиметров работает. Ладно, едем дальше на запад, едем дальше. На дорогу сильно не выезжай, тут в жопу засадит и ваншот. Вот тут есть, да. На 3 часа поглядывай, там отметки пехоты. Направо поворачивай, значит, направо. Направо поверни. По дороге заряжай фугас. По дороге на точку заряжай фугас. Ну заряжай фугас, поехали дальше, что по дороге на точку заряжай. Ну заряжай, поехали. Хорошо, я просто еще раз говорю. По дороге.
внутрь лучше. Нельзя, по-моему, но едь дальше, не останавливайся. Знаки таких пасах нельзя останавливать. На 12 что ёбнули, бля. Да нас срать, едь дальше. Знаки, в лесу нельзя останавливаться, сразу засадят в жопу. Едь, максимально это место надо проскочить. Справа много, и в доме походу. Разверни тушку направо, пусть на 9 часов остаются. Тушку направо разверни, на 3. Знаки, знаки, тушку на 3 разверни. Ну на 3. Ну куда ты? Знаки. Куда ты стреляешь? Перед нами. Хорошо. Пусты я не вижу. Еще один. Поехали дальше. Стреляю тут. Знаки вот сюда. Поехали сюда. Карту открой, посмотри стреляй. Никого, никто не высовывайтесь, все много везде. Уезжаем отсюда, знаки, давай налево, уезжаем нахуй туда. Харе между кустов, блин, тут танцевать, давай, пока рова этого огромного нет. Заряжай фугас, я, короче, там здание тут возит. Да, есть такое. Слева приходи, не стой. 2 часа пехота. 3 часа, 4 часа пехота. 3, ровно 3, ровно 3, ровно 3 пехота. Ну не доворачивай корпус, ну. А. Окей. Так, знаю, корпус на 6. Корпус на 6 разверни. А пушкой смотри белый амбар. Знаки на месте не разворачиваются, не забывай. Знаки на 6 разверни, это значит разверни с 80. Я хуй знаю, как это сделать. Не на месте, значит, хоть как-то. Поехали на нашу фубу на юге. На фубу на юге фулбит, короче. Тапок. Тапком, давай. Поехали там, тапком. Не останавливайся, пока я не скажу, не останавливайся. Срать на пехоту, пошли. Разгоняйся. Давай вот между этими беседками, давай. Не едет? Нет. Надо нашей фобе помочь. А глоки откуда я душу не могу. Время-то тикает, блин, а что за пиху? Это что? Я выйду, я выйду. Значит. Сел? Сел, да. Сел, поехали. Отсюда направо на дорогу. Направо 90 градусов. Что за хрень? Знаки, давай как человек быстрее. Налево помощь через лес. Прям сейчас. Давай, давай, заряжай бронебой. Зарядил? Еще левее, левее еще на 30 градусов левее.
Давай выезжай отсюда здесь. Тапком. И пушку на 3 часа разворачивай прямо сейчас. Готовься. Видишь его? Танкура. Опа. Стой. Стой. По танку, сука, какой. Не по пуме, а по танку. Пума вон. Да насрать на пуму. Давай, пума не видит, пока. Пума не видит. Все, хорошо. Доворачивай. Пумы. Да пумы корпусом доворачивай. Корпус. Пумы, чтобы бомбу видеть. На 12. Давай подавляй ее. Давай. Найс. Рикошет еще. Если уедет за ней. Попал. Стой, не доворачивай корпус. Мне надо. Съедь. Отъедь. Перед нами, она перед нами. Стой! Стой, стой, куда едешь сами? Че? Молись, чтобы она сейчас не разобрала. Но... Еще рикошет. Надо ехать. Давай. На ходу, дядя, давай. Как? За рикошет. Перезаряжаю. Давай, доворачивай пушку. Давай, доворачивай пушку. Давай, жопу ее. Как можно было такой момент сжать? Все, уехал. Блэк. Да какой пехота, сука? Не как забрали, что ли? Нет, не забрали. Он под Невским. Сейчас дам. Уезжаем потихоньку. Уехали, уезжаем. Мы не догоним. В лесу мы ее не догоним. Логисты нахуй. Налево отсюда все просрали, она уехала на починку. Вот эти рикошет спасли. Потому что китает, сука, под конец. Стрельнул в лоб, блин, под ниче. Они стрелят, просрал ее. Куда-то под нее стрельнул. Заряжай фугас. Куда, на базу едет? Да нет, едь мы просто. О, не напрямо, давай на влево. Влево, на 90. Именно точку держу. Пума от нас станет, думаю. Бля, у меня коньяк с ним, блядь. Коньяк. Такое, блин. Какая тут зона. Пишу в армянск, пойди, ничего страшного. А, я смотрю, у нас гурман. Я что-то пил коньяк, больше пить не буду в жизни. От персня редко знаю. Ай, да ладно, Джолик. Вкусы меняются с возрастом. А, блин, я говоришь, тоже, ты я тоже коньяк 56. Не пил. Я не пил раньше коньяк никогда. Виски forever. Ну, потом посмотришь. Я тебе говорю, вкусы едь меняются. Дальше. Да я не сомневаюсь. Ну, такое предугадать никто не может. У нас типа одна жизнь, да? Куколька. А нет, какая ванила? Это крысы, вот таких крыс предугадать нереально. Что ты там ничего не поделаешь? У нас пехота какая-то донная вообще. У нас донная пехота просто нереально. Что здесь с итальянцами? Я ничего не ожидал. Ой. Ну чё, респаться нельзя, да? Можно, почему? Ты посмотри на тикеты. Влево поворачиваю. Влево поворачиваю, Вальтер. Дрим, чем бы занято вообще? Ищите их на спехе. Да мы и так уже на нашли, господа, нас вспомнят или так. Мы со Витей помогаем прорашить. А они нас просят. Стой, куда ты едешь? Зачем ты, Вальтер? Джоли, а с каких пор мы танкисты там вообще? Я не знаю, нас попросили. Развернись и все, стой.
Я сам не... Франц, что у вас там по пехоте? Мне тут интересно. Чего они прорваться не могут? Да, мы за нем, мы за американцев, блин, играем против СС на в Голландии. И именно уставать огромное. Да, кто думал? Во все времена пьешь. Нет, жаль, конечно, грязня на этом танке помогать пехоте. Дядя, мы там. Кто за танк? У них даймер. У них только бронебойные. У тебя только сплошные, по-моему, да? Ну да. Бля, у нас такая же дичь, блядь. Не, у нас фугасы, если бы они ни хрена не помогают. Да, ага, хороший, блядь. Ты скажи, это панцер Карфаген, Пантере или Тигру. Блин, прикольно, слушай, Снаки, ты сравнил, конечно, Стюарт с этим, блин, с Пантерой. Ну вот именно, я и сравнил, блядь. А какую американец тут вот, нам хотя бы Firefly дай, лол, Firefly. Вот, ладно. Где он? Что-нибудь тебе пригодятся потом? Когда кры... Как и до крысы? Они тут вообще захватили, они ролики стоят в жопе мира. Стёрт. Пополняйтесь и уже садимся. Бля, я просто уверен, Сокер, что мы бы, блядь, сыграли в 300 раз лучше, чем эти, блядь, вот эти. Но нас танкисты захуярили, блядь. Нет, Снаки, Снаки, меняйте, короче, со Сокером, а тут что-то тип сидит там вообще не вкуривает, ничего неинтересного. Давайте меняйте тогда. Там китайцы нормально меняйтесь. Да меняйте, куда я нормально думаю. Садитесь, Снаки на пулемет, Сокер, давай на этот, на драйвер. А то меня на пулемет не засадили. Давай. Ну вот. Снаки, давай сидеть. Давай, Сокер, садись. Сокер, садись. Садись. Все, на них. Поехали. Сука, я на пулемет. Как вы садитесь на пулемет твой? Снаки, стой. Снаки, сядь на пулемет, мы сейчас на F3 нажмем. Давай, давай. Я, смотри, у меня пушка забагала. Сурки стоят. Бля, мне было интересно, что это. Давай сюда заряжать, что-то попробуем что-нибудь сделать. Поехали, поехали. Давай к нашей пехоте, короче, вот сюда. Там дальше налево. Направо точнее. Смайки, что тебе заносит? Да я на карту смотрел. Так я не за рулем вообще-то. Да, я сорян, сорян.
чё ли там мина? Прячемся в танк. Стой, мина. Это мина, говорю, стой. Мина, мина! Стой. Нарвать. Подъезжай. Подъезжай. На наших подрываемся тоже, да? Нет, это не наша. Наша, она на карте отмечается. Где? На карте, чё? Я не вижу. Да подожди, ты не стреляй. У меня она на карте есть. Объедь. Поверни право, корпус право, поверни. Влево, лучше, да, влево, влево. Не влево. Подождите, вы её не пробьёте. Вы так её не подведёте. Право добавим. Давай обратно на дорогу. Наша. Укав заряжай пока, если ты уже говорил. Я не знаю, где они. Продвигайся медленно вдоль дороги. Медленно. Я еще на ходу стреляю. Что за хрень дымит слева от нас? Так, ничего такого, ничего такого, я корпус не доворачиваю. Короче, в лесу слева от нас до хрена просто. Кому стреляют? Стреляют. Отправить, да? Обратно. Там никого нету, куда ты? Ага, конечно. Заряди фугас в дом справа. В дом на полтора заряди, на час точнее. Желтый первый, желтый два фугаса заряди было в одно окно. В оба окна по фугам. Внутрь. Надо взорвать. И в поиску стреляют, однако. Опа. А я вижу. Знаки левая. Твою мать. Блин, крыса, а? Он там все это время лежал. Решили, сука, помочь Поте пехота. Куда она, блядь, пехота эту смотрела? Поиграли, короче. Короче, пехоте хрен что помогаем. Там этим пусть дрим занимается. Мы, короче, бутанки за танками туда хочется. Так у меня. Я так более умею играть. Да уж, прикиньте вот так, чтобы мы хреново. Вот не дай бог, если нас будет 20 человек, то так будем плохо играть. Не дай бог. Что ты имеешь в виду по 20 человек? То есть посмотри где. Бичи вообще рассеяны, никакой оборот. Просто никакого организованного прорыва. Где, но это не мы, извини, это не мы играем. Где это, блядь, геймплей 20 пехота? Человек? Где к ним плей 20 человек? Человек, я не понял. Где, я вот этого не понимаю. Просто итальяш боятся с нами сыграть. Да нет, просто сказали, типа, что будет перевес, поэтому можно сходить. Да, да, да. Да? Ну если... Да нет, если он... если он монетизатор подключит, то нет. Next one, они уже сдают. Дырная рамка. Серьезно, они уже сдаются? У них там пару раз что-то пума поиграла, пару раз сейчас... У меня, блядь, напарник такой же на работе. Если у него что-то не получается, он, блядь, психует, истерит и кидает работу. Пиздец, блядь. Нет, не увольняет. Пиздец, блядь. Че, еще раз на танк? Да, наверное.
Чё да? Видишь, как у нас КПД играет? Чё да? Ну, да. А что у нас, варианты есть, Джоли? Не знаю, надо просить. Куда? В командира, кто на командире, лезьте туда. А чё это китаец? А чё это? Ты думаешь лучше? Поехали. Поехали. Давайте прям... На. Ну? Ну хочешь быстрее? Давай, поехали. Блять, выйди. Поехали. Ты поехали, на какой посмотри. Был? Всё, давай. Поехали. Кто куда? Поехали. Всё, заходи. Всё, ещё раз. Заходи, говорю. Поехали. Поехали. На точку, короче. Давай сразу непосредственно поддержку приходим. Прикиньте, что тут парашютной дивизии, вот полк шутист, при поддержке КП самолетов не мог захватить один амбар. Ну да, нормально. Да. Они самые, да. Только как видишь, вы напротив нас панзашеги юзать умеют одна. Кстати, смотрели Т-34? Нет. Да чё нас... Чё нас запускает пехота, ё? Не, ну принцип... Пехота, это рандомно. Смотрибельно, Джоли. Это не рандомно, вот эти Италии, это прямо все выказывают, это какие-то Италии. Рандомно. Ну да, я так и слышал, все тебя, нет, это рандомно. А тут у них какие-то Италии. Да, не так. Блин, чувак, ты прикинь, чтобы мы так играли вот с такой, то есть у них три пехоты, один логистический отряд, и чтобы мы так хреново играли, да? Они в жизни. Они точку не могут взять по 3 часа. Их, мы их поддерживали вначале. Мы там не знаю, там будут. Базики взрывом. Мы их нет, чувак, вот из двух базиков мы их взорвали. Вы базика вообще видели в эту игру? Я нет. Ну я видел только когда мы взрывали все. И мы просто боятся с базы выехать о чем-то. Мы свою задачу выполнили. Ты там пехоту поддерживаешь. У нас это говно, блин, а не танк. Мы сильно на этом говне походу не поддерживаем. Что-то видно? Конечно, не видно. У вас эти фугасы. Есть. Фугасы есть, да. Ну да. А нас тут были спалены. Понимаешь, когда вот тиммейтов играют, а у нас вроде левый. Ведь еще прикинь, у нас оказывается снаряд еще... Наворачивай направо. Направо доверни, там типы внутри. Или наш. Нет, там типы внутри. Давай фугас, короче. Ломай машину, фугаси под второй. Еще играть-то будем? Ломай бункер. Анжели, мы играть-то будем еще или нет? За машиной? За машиной. Окна, тип лево. Откатись на моем положении пушка, короче. Держай. Здесь вражеская пушка. Катите только по высшим этажам. Светайте только по верху. Только по верху. Твою мать, я тебе говорю, только по верхней стене. Все, китайцы херовый, ты, блядь, наводчик. Главный, блядь. Давай, да.
Давайте хочешь справа отъезжать. Сейчас командир скажет, что делать, я не буду. Я фишу такая. Вы дебила, нам движок подорвали, вы что не слышите что ли? Ты ничего не говоришь. Я починю. Да. Куча минут осталось. В амбаре на час от вас, короче, типы будут. Да, один, кстати, в лесу пехота. Еще обходят посуду, да? Теперь их могу точно бить. Чуваки, не варят. Да, базука, вам джек. Убили человека, хорош. Хорош, хорош. Все, почти нет. Фабрис! 50 секунд, что, поиграем. Ну, давайте рашим, короче, 50 секунд. Парнизан. Пепперони. Борджи, борджи. Что такое, если честно, это Лешка? Анинка. Опа, еще один, что ли? Еще один, блядь, справа, стой, три часа в кустах, стой, три часа в кустах. За машиной, три часа доверни. Три. Фауст. Убил. Пугай туда. Зачем корпусом доворачивать, драйвер? Зачем ты корпусом доворачиваешь? Только что нас не подставил. Все, поехали. Какие антипивы, конечно. Даже... Сзади у нас спине похоже. Че, катка еще будет? Будет вроде. Нормально. Будет. Смотри просто. Сколько они подняли? 48, 43, 30, ну там 36, 34. Все враги в плюс.